Я сегодня очень рада, что мы смогли посетить ИСЭХ. Наша делегация состоит из 5 человек. Это район Айгуль, города Хэйхэ, КНР. Для меня это высокая честь, и впечатления очень хорошие остались от открытия. Если говорить о национальных праздниках, то у нас в Китае, в районе Айгуль, тоже есть свои свой народный праздник, называется Гуламутан, тоже называется. И у них тоже, то есть есть национальное меньшинство, тоже празднуют вот этот вот праздник. Очень похож. Очень удивительный, по-моему, праздник. И на открытии, например, присутствовало 10 тысяч человек. И там и дети были, и представления такие обширные. То есть для нас это как бы это что-то новое и приятное. Мне очень это понравилось, и это было прекрасным представлением под открытым небом, и это напомнило мне швейцарские, как бы сказать, он говорит, да, представления, которые тоже бывают, культурные представления, которые проводятся в Швейцарии под открытым небом. Конечно, очень заметно вот это огромное массовое посещение этого мероприятия, и это похоже на огромный рок-концерт, который посещают огромные массы людей. Thank you for this beautiful fest. It's a second way that I come here. It's very every time fantastic. Thank you, and bonjour à la Якутии. Могу отметить гостеприимство, тепло и то, что у нас есть в Казахстане аналогичный праздник, но в Якутске его отмечают намного масштабнее, чем у нас. Вот. Теперь я приеду в Казахстан, наверное, будет над чем работать. А в Казахстане как называется? В Казахстане называется Наурыз, он и отмечается 22 марта. По факту этот праздник очень сильно схож, но так как в Казахстане весна наступает раньше, тепло именно, здесь тепло начинается чуть позднее, поэтому, наверное, есть разница. А так, по факту, ну, как бы праздник очень сильно похож.